Да что ты застеснял? А ну-ка громко. Громко. Я абрикосы хочу. Так зима же. Когда я тебе абрикосы хочу. Что ж делать-то? Ну потерпишь немножко. Осталось-то до июля. Первые абрикосы в июле. Так, кстати, а что ты ко мне это? Я дед уже. А ну-ка, кто это такой? Ну-ка. Саша. Саша. Ну. Ага, а это кто? Это папа. Папа, вот к нему и обращайся. К нему и обращайся за абрикосами, ясно? Вот. Смотрите, у нас тут есть абрикос. А, погоди, громче говори, а то не слышно. У нас тут есть абрикос. Покажи. Вот, вот его. Так ты его держишь же. Ты, вот абрикос. Ты знала или ты это случайно? Это абрикос. Да, абрикос. Ну, по-моему, ты сейчас только вот он этого знал. Не вырос. Как не вырос? А давай, но погоди. Как он не вырос, когда вот эти цветочные веточки, видишь? Угу. На них будут уже цветы. Ясно? Но вот здесь на веточках будут абрикосы. Они цветы, но они будут год спустя. Первый год они формируются, второй год они плодоносят. Да. Вот. Почему? Это сеянец. Запомнила? Будешь экзамены сдавать. Посмотри, папа, какой отличный абрикос вырастил. Самое интересное это, может тебя сюда на минутку? Саша, отпусти папу на минутку. Несколько человек, Сергей Валерьевич, что у меня купили? Вот такие веточки. Это сливы или абрикосы? Так, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Нет, это абрикос. А, ну да. Так вот, я что хотел сказать. Посмотри, какие приросты. Вот эти ветки, да? Нет, это сливы. Нет, это сливы. Я вот про этот говорю. Так вот, это приросты такие, что руки часто отрезать на прививку. А они уже, это сеянцы. Да, только давай уточним, ты тут хозяин. Это он культурный, это не сеянец. Нет, ну я вижу, что... Не, я вижу, что он... Не... О, нет, нет, это не культурный. Ты хоть помнишь, что у тебя есть? Если культурный, вот эти почки были бы уже цветочные. Если бы он был привитый. Ну, да, надо внимательно посмотреть, по-моему, там пошла ветка, то есть, от подвоя. То есть, поэтому он здесь и остался, то есть. Так вот, самое интересное, да, что... Вот, посмотри внимательно. Вот это вот, если видно будет, нет? Посмотри на цвет коры. А? Это ему что-то от академика досталось. Это цвет академика подвесну, вот так вот она окажется. Смотрите, как ложки накапливать есть, наверное, скорее всего, академик. Вот смотрите, формируется вот такая тонкая. Да. Сером? Ладно, дело в том, что вопрос принципиальный. Я сажусь и ищу следы прививки. Мне нравятся такие приколы. Вот. Значит, я бы хотел, чтобы это для тебя привито, это 1500, да? Вот. Роскошный абрикос. Ну сколько, говори честно. Сколько бы он стоил, если бы ты его продал? 1500. Да. А если он не привитый? Не привитый, 600 рублей. 600 рублей. Ну, правильно, он уже минимум раз, два, три года. Три года. Я сейчас все равно сяду. Кстати, ты молодец, что цену поднял на непривитые. Деда, вот, скоро это будет страшным дефицитом. Дед, у меня варежки есть. Подожди. Дед, все равно. Так, смотрим. Вот. Я бы хотел, чтобы он был непривитый, но с генами академика. У него очень интересный эти цвет. Так, мой молодец помощница. Ну что? Слушай. И, по-моему, не привитый. У привитого вот тут уже были бы цветы. Вот тут вот. А их нету. Это сеянец, Сережа. Ну, признайся. 600 рублей тоже деньги. Нет, да это дело-то не деньга. 100% привитый, тут непривитых нету.
Я не вижу... Слушай, это ты так научился поливать, что следов не осталось? Два года, вон с той стороны, посмотрите, вот там дальше, там уже место прививки тоже не видно. Как? То есть оставлялись. Слушай, ты можешь его оставить, и мы осенью спор закончим, чей коньяк? Здесь нет. Нет? Не могу. И дело в том, что я хочу тебе доказать, что судя по этим почкам, вот этим вот, эти просто уже должны быть последнего года с цветами, а их нет. Ну, можно пройти следующий, посмотреть, они вон однолетки. А ну, ты... в смысле, одного возраста. Ну, почему, может быть, ты оставил его, да и все, как сеянец? Ну, как сеянец, да. Ну, следов прилики, или ты уже стал ювелиром? Я в питомнике не могу его оставить, потому что он за это лето то вырастет так, что будет такая тень, то есть... Я, допустим, ну да, земли-то в стране нет. Так, дело в том, что следов прилики нет, или ты ювелирно научился работать? Ну, можно вот тебе следующий посмотреть, там, в принципе, уже все... А где тут такого? Вот этот. Если ты про этот, я сразу говорю, что он привитый. Да, сейчас я тебе покажу. Смотри, все приросты последнего года с цветами, видел? Хотя он выглядит моложе на год того. Я говорю, это сеянец. Ну, возможно. Ну, 60 до 40. Эх, оставил бы осенью коньяк. Только с кого? А? Ага. Ты же у нас в магазине работаешь. А, ты коньяк не возишь. Деревня. Еще раз. Это сеянец. Ни одного цветочка. Хотя он старше того на год. Ну все. Нет, так все-таки останется вопрос открытый. Нет, вопрос открыт. Я не уверен. Или ты такой ювелир, что цветовой прививки не остается. Вот. В принципе, за два года бывает так, прививка. Вот. А с другой стороны, не... твою пользу говорит, знаешь что? Ну, смотрите, как почки близко. И цвет еще поменял на академический. Цвет поменял, цвет как у, это, к весне у академика такой цвет всегда. Нет, да смотри, пятнистый. Мы с Андреем садили и с папой. И ты садила? Да. Вот правда? Помогал. Так, ну все, я с этого лета берусь за тебя. Буду с тебя профессионально садоводы делать. Будем обучаться. Ясно. Мы уже договорились. Будешь папе помогать, да? Это у нас, ну, свекла есть там. И нет, еще... не свекла, дочь, это мы сливу тут садили. Ну, грядки да. Там дальше. Так, все, сейчас я это съемку прекращаю. На морозе быстро это заканчивается само. И еще фотографию сделаю вот тут. С этим же сеянцем. Подойдите ближе. Лера, встань тут немножко. Я надеюсь, тебе не хватит времени его ни продать, ни выкопать. Очень надеюсь. Сейчас я переключу на фотографию. До свидания, друзья. Вы видели спор. Чей коньяк, неизвестно. Как бы он остался тут навсегда. Ну все, пока.